Я думаю, что на самом деле это ничего не значит, просто всегда помогает, когда забываешь быстрый первый гол. Все равно уверенность появляется, соперник начинает как-никак пытаться отыгрываться и начинает раскрываться. Если чем дольше преимущество в забитых шайбах есть, тем лучше нам, выигрывающей команде, поэтому да, ну, соперник начинает играть активно, его обрезают, и слава богу, что получилось сегодня забить. Но эта победа никак не отразится на дальнейшем, я думаю. Просто удачный матч. Сегодня было мало удалений, в третьем периоде только первое было по сравнению с прошлым матчем. Вот что-то, какие выводы были сделаны? Это самая жесткая установка тренера, я думаю, была, потому что он на этом внимание самое большое сделал. Потому что нельзя так удаляться, надо привыкать играть. Пусть лучше здесь где-то, ну, не доработаем, без удаления сыграть. Да, забьют, может, гол, но мы будем понимать, над чем работать. А удаление... Кто-то играет, кто-то отдыхает, и поэтому получается дисбаланс. Поэтому сегодня была установка в первую очередь не удаляться, сыграть вот в равных составах, но и зарабатывать удаление и играть в большинстве. Ты прошлый матч просидел на трибуне, вышел на этот и сразу забил, накопилось? Ну, наверное, накопилось, да, но в принципе, как бы тренер сразу сказал, что просто дает нам отдохнуть, ему надо и других ребят посмотреть, поэтому я знал, что в принципе буду играть. Такого ничего криминального нет, ротация это отлично вообще. Все, спасибо.